будем готовить пиццу. Какие нам ингредиенты понадобятся? Соус, помидоры, оливки, кабаска, скабаска, поговорные палочки и сыр. И сыр. Супер. С чего начинаем? Соуса. Соуса. Ну, давай. Давай я отодвину тебе оливки. Ты прям бери и выливай. Нет, прям бери и выливай всю тарелку. Соус у нас натертый помидорчик со сметанкой. Да. Так, теперь надо размазать. По всей пицце размазывай. Вкусная у нас пицца будет? Да, будет. Конечно, когда Карина готовит. Я вкуснее готовлю, чем ты. Конечно. Карина, а как ты думаешь, какое блюдо мы будем следующее готовить? У нас скоро праздник. Не, это мы будем накладывать. А вот мы сегодня приготовим... яйца красить. У нас скоро праздник, Пасха. И что мы будем, красить яйца? Да. И печь... Пироги. Пироги? Да. Класс. Как? Вкусно? Да. И готовим, и кушаем сразу. Ну, давай, что следующее накладываем? Помидор. Ну, я думаю, наверное, колбаску, наверное, сначала давай. Давай сначала колбаску по всей пицце. Не-не, ты ручками. Ручками? Да. Вот так, да. Да-да-да. И насыпай. По всей, чтобы везде-везде была колбаска. Как у тебя дела? Ты мне расскажи. Хорошо. Ты сегодня где была? В саду. В саду? Какие у тебя друзья там в садике? Дима. Еще кто? Тимофей. Угу. Тебе нравится ходить в садик? Да, нравится. Я скоро уже буду в школу ходить. Да, тебе сколько годиков? 4. А школа уже будет 5. Да. Я буду ходить в школу. Ну, в школу еще в 5 мы не пойдем. Еще рано. А, да. Мама, я тебя люблю. И я тебя люблю. А спой лучше, Кариночка, про солнечного зайчика. Я не знаю. Почему знаешь? Солнечные лучики. Солнечные лучики достали по щекам. Они спешат нам рассказать, то сегодня праздник мая. Праздник замечательный, радостный большой. Праздник нашей мамочки, милой дорогой. Что дальше будем накладывать? Ну что ты кушаешь? Крабовые палочки будем накладывать? Ну, давай. Ты на пиццу клади, а не в рот. А то у нас пицца будет без крабовых палочек. Накладывай. Что на тебя смешинка напала?
Дальше. Помидор. Помидорчик. Что-то уже вся в крабовых палочках. Вот так. И на всю пиццу. Видишь, там кружочков много? Выкладывай. Давай, накладывай. У нас красивая пицца получается? Да, красивая. Очень. Ой. Ну, ничего. Вкусный помидорчик. Дальше. Смотри, чтобы по всей пицце было. То у тебя в одном углу есть, а в другом нету. Вот, там оливок очень много. Выкладывай их по всей. По всей пицце. Мы дальше выкладываем. Вот это сыр. Последний ингредиент остался нам. Нет, а еще вот. Что еще? Еще и кабак. Еще и яйца. Яйца в пиццу? Ну, я думаю, будет невкусно. Давай. Сырок накладывай на пиццу. Вкусно? У тебя там опять изо рта все падает на пол. Ну, давай, на пиццу. Ах, и жучок ты маленький. А теперь мы ставим духовку на 20 минут. Точно. И будем ждать. Смотрите, как я понесу. Тяжелая? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и пальчики вверх. Да, и готовьте вместе с нами. Пиццу. Смотрите, какая красивая. Вместе с нами готовьте. Пироги. И пироги, и пиццу. И торт. И торт. И яйца.